Женя, спасибо тебе большое. Я крайне удивлен твоим сегодняшним исполнением. Увидимся позже. Спасибо. Спасибо. Для такої потужної пісні не обов'язково волати так. Можна співати ту саму пісню більш розслаблено. Я взагалі з тобою согласен. Ну, в даному випадку вона якраз з експресії це більше виходила не з голосу, а із, ну, типу, із внешніх, типу. Та як вона... Да. Я віддала все, що у мене було внутрі, і все. Я подумала, что, знаешь, у тебя такой был какой-то крик вот в конце такой. Я думаю, что у каждого человека есть в жизни какие-то моменты, когда ему очень хочется закричать. И вот у меня в жизни был такой момент. Я его вспомнила и закричала. Просто вот все, что наболело, все, что я чувствую. В общем, я сделала все, что в моих силах. Ты умница. Будем ждать вечер. Спасибо. Спасибо тебе. Нетерпляче чекає на особисту зустріч з наставником.